миску 2 яйца, стакан сахара. Все хорошенько взбиваем венчиком. Далее вливаем кислое молоко, либо кефир, и перемешиваем. Далее всыпаем муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Сюда же добавляем чайную ложку разрыхлителя. Снова хорошенько перемешаем. Форму для запекания я предварительно смазала растительным маслом. И теперь наше тесто выливаем в форму. И по желанию можно так украсить фруктами любыми. И теперь отправляем в заранее разогретую духовку примерно на 30 минут.